Вот сегодня это у нас пятница. Должно быть 14, наверное, апреля 2023 года. Вот мы пришли здесь, Губа от Аби. Вот она еще, лед у ней стоит. И вот тут кто-то все пораспилил. Неизвестно чего, куда. Но это валежник, который отпилили. Вот мы спрашиваем, вот эти можно забрать или нет на дрова. Вот тут сколько перепилили. Вон они все у них лежат. Если туда зайти и попроситься, можно оттуда выбрать. Вот они. Торчат только. Это новое. Здесь рядом. Это вся главное рыбацкое место. Вот она. Сколько отпилили. Вот показываем сейчас. Тут чурки сделали, чтобы, видимо, пить, сидеть. Вот они спилили. Вот он где рухнул. Тополь. Похоже, прямо рос. А вот сухой, засохшее дерево. Вот мы спрашиваем, засохшее это можно взять? Вот здесь кто-то свалил. Вот они какие есть здесь. И там дальше. Вот они, заваленные. А тут здание в самом начале. Речпорт. Я показать, чтобы где-то взять разрешение. Вот большое дерево засохшее тоже. Тут много засохшее. На дрова. Вот они распластались. Его видно, что как кора ободранная, ничего на ней нет. Вот она какое. Это вот все можно взять. Все вы. Вот так показываю еще раз с этой стороны. И видно, что тут пилой работали, трудились люди. Вот. Можно нет взять. Вот Любовь Николаевна тут пришла. Вот здесь они, люди, рыбачат. Здесь даже купаются, плавают. Рядом, он, видать, эти здания большие. Бригантины. А тут вот новое большое здание, 20 с лишним этажей. Вот эта труба котельная. То есть понять, где мы находимся. Прямо около улицы промышленная. Вот я стою, где все напилено, и все везде валяется. Кто-то же это сделал и распилил. А с какой целью распилил? Чтобы легче сдвинуть было или увезти? Тоже не знаем. Вот валежника сколько. Вот это сучки. Вон сколько здесь. Вот сейчас мы пойдем дальше, чтобы видно было, где это находится. У кого это спросить надо. Тут поперек дороги-то оно лежало, и, видать, тут, которые рыбачат, они это и сделали, расчистили дорогу. Вот среди валежника там бревешка лежит. Вот здесь как сходишь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть рядов. Вот шесть рядов. Это на четыре подъема. Раз, два, три, четыре. Подъем. И в каждой ступеньке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять. Девять ступеней. Идем мы дальше, чтобы увидеть, где мы находимся. Вот так. Так. Вот отсюда хорошо все это видать. Собачка какая. Господи, помилуй. Вот здесь люди тоже с палочками ходят. Это вот промышленная улица. Это вот большое здание. А здесь как у них написано. Сейчас подойдем, мы посмотрим. Почему-то здесь написано улица Пушкина 3.
Алтайский научный центр. Переменили. Ну дальше что, как убивать? Ой-ой-ой, собачка какая. Пушкина 3. А вот эта улица, где я стою, это промышленная называется. А рядом вот тут Ползунова. Ну все понятно где. А это вот дальше тут здание, я уже знаю, тут что есть. Ветеринарная какая-то компания. Вот она. Из-за нее крыши, видать, это улица другая, видимо, Льва Толстого. Там музей. Раньше был краевой суд. Коршунью летает.